Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, мы продолжаем с вами прохождение Alien Isolation, и нам нужно пристыковать корабль, да, пристыковать Торренс нужно. И тут все плохо, станция хана, она взрывается, она разлетается, и она еще ко всему прочему падает на газовый гигант. Ну такое себе, такое себе. Ой, тут чужой, я забыл про него. А я забыл. Я думал, ты внизу, то есть наверху. Ой, ой-ой-ой. Забыл немножечко. Ну, бывает, бывает. Главное не бегать, главное не бегать. Главное не бежать. Так, мы можем вскрыть эту панель. Не знаю, только нужно нам это или нет. Я думаю, скорее да, чем нет. Поэтому давай-ка да. Используем ионный рычажок. Он рядом. Но он сейчас нас спалит. Или не спалит. Да он же рядом тусуется. Давай, Аманда. Залезли. Так, что у нас тут? И где мы вообще находимся? Так. Патроны, взрыватель. Так. Так, поскольку у нас тут чужой, нам нужно вот это. Нам нужен коктейльчик. Нам нужен коктейльчик сделать. Угу, сделано. И давайте-ка еще, не знаю, звуковой генератор. Нет. Звуковой генератор нет, стой, подожди. Светошумовая. Блин, ну я бы еще, наверное. Стоп, подожди. Да, я забыл сказать, ссылочка на плейлист данной игры в описании под видео. Забыл сказать, сразу начало это развлекаться. Так, уберись. Не! Как это работает? Так, ладно, фиг с тобой. Попробуем коктейль Молотова использовать, но с огнемета мало. Огнемет у нас мало. Если я в лицо ему кину, по идее, он должен развалиться. Так. Ну не развалиться, а свалить. Так, хлам, шприц есть. Где он тут шастает? Где он тут шастает? Черт. Безрогатый. Я понял. Чертила безрогая. Нормально. Нормально. Короче, хреновая идея с коктейлем Молотова. Это самое последнее, что мы будем использовать. Потому что он, ну... Не успевает. Не успевает. Чужой успевает ко мне подлететь. Пацаны, до свидания. Ай! 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 Ай-яй-яй! Все, развлекайтесь там сами с собой, а я отсюда сваливаю. До свидания, чокнутые. Вот сколько там было? Четверо? Пятеро? Он чужой там сейчас покушает, может успокоиться, спать ляжет. Поел и спать называется. Все, валим отсюда. Ужасно. Ужасно. Так, получено достижение передачи. Почему называется передача? Фиг его знает. Ну... Пристыковать Торрес, да, хорошо. Ну и грохот. Вы же подождите, пока я аптечку сделаю, ребят. Секунд 10 тут, секунд 10 там. Так, вижу пацанов. Вижу пацанов, сохраняемся. Сохраняемся. Угу.
Угу. Куда нам? Дать энергию на транзит жилзоны. Так, чужой уже здесь, что ли, тусуется? Быстро он справился с теми ребятами. Быстро, однако. Так, он сюда идет. Харкнул там, блин. Как некультурно. Некультурно, однако, молодой человек. Этот мандалорец смотрит прямо на меня. Скажи привет! На, блядь! На, еще! 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 Молодец, Рипли. Уходи. Уходи. Уходи, моя добыча. Моя добыча. Моя добыча, говорю. Ну, потратили больше, чем 25 единиц. А как восстановить собственную энергию-то? Что нажать-то надо? Понятно. Режем, 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 режем. Скотина такая. Ушел. 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 Вниз. Кстати, его звуки, которые он издает, напомнили, знаете, кого мне? Из первой части... Сейчас скажу, чтобы не забыть. Из первой части парк юрского периода. Как их называли? Ну, мелких этих. Не самых мелких, а вот средненьких по размеру, которые с человека ростом. Велоцираптор, вот. Напомнили мне велоцираптора. Так, мне нужны утилиты. Ошибка, запрещенный термин для поиска. Получилось. Привет, Майер, смена закон. О, пароль, 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 пароль. Ручка специальная сломанная. Какой там пароль? 1851. 1851. Так. Привет, Майер, смена закончилась, и я иду домой. Если придешь ремонтировать систему за те 3 часа, пока меня не будет, то пароль, вот, понятно. Завтра вместе, вместе к светлому будущему. Так, опять пропаганда Севастополя. Это как он называется? Ну, короче, пропаганда от Сиксона. Поставил не на ту лошадь. Вот что, парни, я ждал вас уже слишком долго. Вырубаю электричество и уезжаю последним транзитом. Мы не можем держать убежище открытым. Если внутрь проберется хоть одна тварь, со всеми припасами и оружием можно попрощаться. Мы запремся и будем сидеть, пока не придет помощь. Угу. Уж простите, но вы сами виноваты. Угу. Нечего было ломиться к кораблю, который не прилетел. Угу. Так, а дальше что делать-то? Дальше-то куда? Дальше-то куда? Погоди. 1851. Мне нужен щиток, наверное. Да, только, блин, где он? Я про щиток. Чужой-то понятно, там тусуется. Не ждал? Да я... По балде мне стукнул. Какой же он неубиваемый, а? Подачу энергии. Но я не вижу здесь щитка, с которым я могу провзаимодействовать. Но если я не вижу его... Опа. Слушайте, понимаете то, что скоро закончится огнемет? Я вижу слюнку. К слюнке я не пойду. Подожди, тут еще какая-то дверь. Где? 1851.
Вообще ничего, что ли, нет больше? Ну, батарейка для фонаря есть, хорошо. Так, чё жмахать? Жмахать чё? Надо что-нибудь нажать. Надо сохраниться. Надо сохраниться. Так, сохранились. А толку? А толку то, что мы сохранились. Тут что-то нажать надо. Алло. Алло. Да нечего тут нажимать, слышь. Нафига здесь сохранялка-то вообще? С кем я должен здесь взаимодействовать, скажите, пожалуйста. Нашел. Питание включено, дверь открылась. Кайф, кайф. Давай, запускайся пока, запускайся. Запускайся, я пока чаю бабахну. Хорошо. Походу его нету. Использовать рычаг. Давай, вниз, открывай. Как же это было страшно, блин. Как это было резко и неожиданно. Че он в коробках спрятался, скотина такая? Ушел! Вижу, запустилось. Попасть в космопорт из жилой зоны. Пришла, когда они закрывали убежище. Я не знаю, чего ожидала. Что они вдруг передумают и впустят меня. Или что пристрелят на месте, как они делают с теми, кто им мешает. Вон он. Они просто захлопнули дверь перед моим носом. Я слышу их сквозь пол. Мне недолго осталось. Синдлер и его люди забрали все запасы продовольствия и большую часть оружия. Но я также слышала детские голоса, а раньше еще удивлялась, куда пропали все дети. Это там было про детские голоса, но я не дослушал. Мне срочно нужно топливо для огнемета. Быстрее, можешь ехать? Я не вечный, пожалуйста, быстрее. Огнемета мало, ребята. Один раз нажимаю, один раз нажимаю. Давай, 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 быстрее. Быстрее, пожалуйста, я тебя прошу, быстрее. Да откройся ты! Получилось. 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 И сейчас он здесь такой: здрасте. Но он не мог сразу. Ты как так быстро сюда дошел?
Готовься. Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения и не займем позицию для стыковки. Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Хьюз, это Ренсом. Я получил твой вопрос. Нам не сюда, да? Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом Стедуса к Земле. Это не затрагивает ничьих интересов. Произвел медицинский осмотр всех членов экипажа и по настоянию техников корабельного кота. У всех все в полном порядке, о чем я и сообщил в отчете. Мне же осталось проверить оборудование, и я тоже готов к погружению в анабиоз. Нет. Нет. Скотина. У меня кончилось. Кончился огнемет. Вечно прятаться невозможно, я это уже понял. Огнемет кончился. Дам жопа. Ой-ой-ой-ой-ой, а чё так далеко? А чё так далеко мы? Нам сейчас сюда, да? Стой, подожди, а где эта дверь? А, дурак. Нужно было кнопку нажать. Нужно было нажать кнопочку. Попытаемся очень щадяще тратить огнемет, прям одно нажатие, и не держать зажатую гашетку, как бы сильно не хотелось. Сейчас все делаем ползком. Не забываем, там лицехват у нас посидит. Лицехватик. Какой большой расход. В огнеметы, я вам скажу. Как ты это взял? Возьми то, что... Вот это возьми. Быстрее! Почему не поворачивается? Блин. Ну блин, опять огнемет просрал. Сделаем хитрость. Он сюда не пойдет. Или пойдет? Ждем секунд 30 минут, я не знаю сколько, через сколько она будет. Это вот наша вагонетка. Неужели тут нигде нету огнеметного топлива? Вот хлам есть, но он у меня фуловый. Он у меня фуловый. Так, ладно. На картаны и давай-ка это. Угу. Угу. А если я в него из дробаша шмалять буду? А, толку. Ну мы это проверим в самом конце уже. Можешь болтером его. Чё это за мерзкий писк? Он свалил или нет? Ё-моё, блядь, он там ходит. Он там ходит, там шастает, скотина, не хочу огнемет тратить. Не хочу. Можно, по идее, вообще все по инвизу пройти, но... Ну, уже не получится. Уже огнемет потрачен.
Сейчас будем стараться хоть как-то посимпатичнее все это сделать. Меньше, как можно меньше тратить огнемет. Он что, на этой штуке со мной приехал? Я вот не понимаю, как он так быстро здесь оказался? Реально, это очень быстро. Скрипты, скрипты, скрипты. Я уже готов. Я готов, стыкуй! Стыкуй нахрен, я готов. Давай так, я просто выпрыгну, просто в окно выпрыгну. Ну, в иллюминатор. Космос. В комбезе. Ну, в этом, в скафандре из Among Us. Это было неожиданно. Я аж, кажется, похудел. Судя по своему лицу на вебке. Он прыгнул на лифт. Он прыгнул на лифт, скорее всего. Так, сохранялочку вижу. Вижу сохранялочку. Сколько здесь вообще точек сохранения-то? Давай, сохраняй. Есть. А, нет, это станция. Отказ орбитальных стабилизаторов. Так, понятно. Покиньте станцию. Там робот. Залагал. Заряд для шокера? Нафига он мне сейчас? С андроидами развлекаться будем? А, во как. Ладно, берем шокер и перезарядим его сразу. Может, чужого сейчас не будет? Я огнемет возьму. Эти андроиды не бегают, к счастью. Ём! Так, берем шокер. Так, этот может поймать. Какого андроида-спасателя? Я не буду ждать этого спасателя. Он... Это не спасатель, это убийца! Давай! Нам туда или куда вообще? Что это? Необходим код? Блин. Код в компе 100%. Код 100% находится в компе. Только к нему хрен подлезешь. Отказ орбитальных стабилизаторов. Да. Покиньте нормально! Станцию. Покиньте станцию. Последний рубеж. Мендока мы собрали... Мендонка. Не понял. Мы собрали всех, кто смог... Кого смог найти. И разбили лагерь в комнате отдыха. Замок, который мы с тобой обсуждали, уже готов. Но старым путем ты к нам теперь не попадешь. К нам пробрался чужак. Мы допрашиваем его пару часов. Потом он сознался, кто его впустил. И мы вышвырнули обоих. У нас мало места и припасов. В обрез, поэтому... Мы не сможем пускать сюда всех подряд. Кто хочет жить с нами, тот должен сделать свой вклад. То, что тебе нужно, я положил куда обычно. Ну, ты понимаешь, о каком месте я говорю. Я сменил код, теперь это 1984. Бери и пользуйся. Только ты должен будешь притащить нам, что обещал. Мы досмотрим тебя на входе. Я уверен, у тебя будет при себе что, что нам нужно. В конце концов, я же с тебя поручился. Смотри, не подведи. Тут есть кто? Это Денвер. Я вернулся с припасами, но не смогу войти. Но мне никто не отвечает. Что случилось? Нас напали? Я не могу тут оставаться. Впустите меня. Там моя жена. Она подтвердит вам, кто я. У меня есть припасы. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте. 1984. 1984. Так, это ключ-карта? Пропуск. Ага, 25 для огнемета. О, как это круто! Как это много-то! Слышь ты, скрип!
Ушел! Блин, можно же было по стелсу, да ё-моё! А куда мне? А как мне? Подожди, а где проход? Пишет, туда надо. Двигать, что ли, эти штуки надо? А их можно двигать? Чё? Да подожди ты с андроидом-спасателем. Пролезть-то мне где? Тут негде пролезть. Эта штука активируется же? Она же активировалась давным-давно. Но там лаза нет все равно. Ой, подпалился немного. Че, обратно что ли идти? Так, там у нас андроид волшебный. Странно. Что вы здесь делаете? К тебе иду. В смысле, ты пережил в рожу дробовиком? Ты же не переживал такое. Так, так, ешечка. На, по башке. Ай! Забыл! Забыл, что против этого парня нужен огнемет. Зараза. Собирайте чертежи, понятно. А где здесь, собственно, проход этот, который мне нужен? Три выстрела из дробаша, ты из чего сделан? А где, собственно, лаз, который мне нужен? Ни с чем тут нельзя противодействовать. Ну, в общем, ну куда лезть? Ты лезть-то куда? Что там с телефоном? А это отсвечивает. Сейчас я вот так вот делаю. Эй, шапка! Сваливай! Молодца! Так, я знаю уже пароль. Я к тому андроиду зацепить топливо для огнемета. Ну, я вот сюда собирался. Ой, тут еще один. А тут уже другие штучки. Ну ладно. Что поделать? Ничего не поделать. 1984. Ах ты скрипты, блин. Ну скрипты вы даете, конечно, да. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Все, я увидел. 1984. Сейчас покинем станцию. Там слюнка течет или что за звуки? Теперь-то куда? По изменяющимся звукам я иду, наверное, правильно. К этой штуке, что ли? Да нет. Внимание. Да нет. Давай нырнем в воздуховод.
Сколько эта махина будет падать? Я хочу посмотреть, как эта станция будет падать. Это, наверное, будет круто выглядеть. Заряд для шокера еще один. Который бесполезен против промышленных роботов в комбезах. И как я туда пролезу, по-вашему? Пристыковать торрес, выдвинуть буксирующую платформу под терминалом космопорта, чтобы бежать на торренс, и пока Севастополь падает на газовый гигант KG-348. Там сохранялка есть у нас рядом, давай сохранимся. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Угу, конечно. Конечно. И куда мне? Пишет туда прямо, идем прямо. Теперь левее пишет. Ну, хоть сохранились. Так, теперь тоже пишет прямо, и сейчас тоже. Пойдет налево. Туда пишет. Веди меня, чудо-компьютер. Сваливай. Я тебя подпалил знатно коктейли Молотова. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Неужто ты хочешь, чтобы я... Нет. Ай, бля! Как же жопы чуял. Не чуял я. Я про то, что я сохранился. Хорошо, что я сохранился. Прибор слежения помогает выжить. Помогает, да, очень сильно помогает. Охренеть, как помогает прибор выжить. Охренеть, как сильно помогает. Зараза какая, а? Ну, зараза. Коктейль Молотова и погнали. Сейчас просто в лицо ему кидаем, короче. И куда-то идем, не знаю куда, не знаю зачем. На! Говнюк. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Территорию покажите мне. Тупик. О, топливо для огнемета. Да. Маловато, правда, но лучше, чем ничего. Вы кто? Хлам-сенсор. Может быть, пойдет на превью когда-нибудь. Хотя не факт, не знаю. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Да что ты затеял одну и ту же пластинку крутить? Давай, тормози. Робот. Компьютерный. Так, ну, погнали. И вниз. Ушел! Внимание! Всем покинуть! Да ушел! Уходи! Чё за говно? А чё он так долго и не уходил? Сколько? 5 выстрелов мы сделали? Мы же дофига сделали! Я вижу точку сохранения.
Классно, чё? Классно, ребят, классно. Классно. Супер. Просто офигенно. Просто офигенно. Сейчас сможем еще один коктейль молотого сделать. Там было вещество Б. Было рядом с тем местом, где нужно активировать пропуск. Было, я тебе говорю, было. Было. Давай, сваливай. Я вообще этого места не видел, когда ходил здесь. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации. Или не было. Ищите андроида-спасателя. Так было или не было, что я не понял? Походу, не было. Так, больше нету. Коктейльчика больше нету. Хоп, ныряем. Пошли за огнеметом сразу. За огнеметом и фаерами. А как проходить те точки, где он так тусует? Свалил. Стрёмно, ребятки, стрёмно очень. Не видно еще ни хрена. Короче, нужно где-то раньше пролезть, видимо. Не прям в тупую идти вдоль коридора, а где-то пролезть надо. Вот именно когда я подхожу с резаком, там какие-то шумы и звуки начинаются, да? Вниз. Всем покинуть станцию. Сейчас покинем. Я первый покину ее. Как только, так сразу. Свалил. И вот я вижу синенькое, вот я вижу ничего. Так, подожди. Подожди. Найти путь. Стекло не разбить, да? Вот как мне вот тут пройти, а? Нет, просто блин, это что ж такое-то? Ой, зараза, ой, скотина ты, конечно, чужой. Ну ты говнюк тот еще. Блин, как он меня бесит, как он меня достал, честное слово. Он раздражает меня, он вечно, этот скриптованный урод, он просто появляется то там, то тут, то там, то тут, то там, то тут. Я, блин, пригнувшись с горящей жопой двигаюсь, боюсь, блин. А его телепортируют туда-сюда. Класс. Сначала он там пускал слюнку, потом он резко оказывается в другой стороне, потом он резко бежит на меня, когда... Раздражает уже. А давайте, знаете что, тормознем на этом прохождении, потому что он прям уже подбешивает. Нужно успокоиться, нужно собраться с мыслями, спокойненько потом все это дело пройти. Вон та скотина, видите, вон тут червяк ползает. В общем, заканчиваем данное прохождение. В описании под видео будет ссылочка. Ох, ты побежал, как за мной побежал. Будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Alien Isolation. Видео прохождения. Здравствуй, сука.
здравствуй. В общем, ссылочка на плейлист там будет, ссылочка на плейлист по хоррорам будет, ссылочка на плейлист по стратегиям будет, по различным жанрам и играм, все это будет. И один большой плейлист со всеми играми, которые я проходил и буду проходить на данном канале, тоже имеется. И ссылочки на социальные сети. Да. Дали наконец-то сказать. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра. До встречи.